добрый вечер. Очень приятно. Ну, день, понедельник, такой день сложный, и столько людей. Спасибо большое. Сегодня перед вами выступит ансамбль средиземноморской деконструкции. Мы играем испанско-еврейскую музыку в собственных обработках, песни «Маладины», свои собственные композиции. С нами сегодня будет еще, с нами будет петь Алина Ростоцкая, замечательная певица. И сегодня специальный гость у нас Алексей Наджаров с электроникой. Он передаст вам всю нереальность происходящего. И начнем мы с собственной композиции, которая называется «Песень». Thank you.
Следующая композиция называется «Народная флоресса». Она народная. Thank you.
Следующая композиция собственного сочинения посвящается самоучителю игры джазового фортепиано Игоря Бриля. Называется «Oriental Brill». Thank you.
Следующая композиция народная. Тут я сегодня много новых людей, поэтому я немножко отвлекусь. Большинство репертуара сефардского, испанско-еврейского, оно так или иначе связано с различными событиями жизненного цикла. И в основном это события свадьбы, поскольку свадьба была главным событием в жизни еврейской сефардской женщины, если не единственным таким большим. Поэтому отмечалось размахом, 8 дней продолжалась свадебная церемония, все ее элементы сопровождались песнями. Например, вот песня, которую мы исполним сейчас, она про баню. Невеста идет в баню перед свадьбой. Thank you.
следующая песня называется «Me siento alegre». Thank you.
Thank you.
Следующая композиция, она такого хулиганского свойства, про любовь тоже, про любовь к пьянице. Девушка разговаривает с мамой и просит ее найти мужа, а ей предлагают высокого, ей не нравится красивого, ей не нравится умного, она отказывается, наконец приводит, говорит, тут пьяница, она говорит, да, пьяница, пьяница, хочу за пьяницу выйти замуж. Песня, какая песня? Thank you.
Gracias.
Thank you.
Следующая песня называется «Dadnos Alleluia». Это такая молитва о том, чтобы Всевышний послал в семью хорошую невесту, чтобы она была во всех отношениях прекрасна. Поэтому песня такая очень направленная.
Следующая песня называется «Дада Сина». Это веселая свадебная тема, где всех нужно кормить. И жениха, и невесту надо срочно накормить, иначе у них не заладится с первой брачной ночью. Ну, как бы, курица и рыба всем сестрам по серьгам, чтобы все было в порядке. Thank you.
Thank you.
Конструкция. Александр Сидзиновский, это конструкция. Мария Логофета, Анатолий Русиков, Илья Зырянов, Кирилл Паренчук, Алексей Наджаров, Алина Ростоцкая. Меня зовут Григорий Синдомишкин. Спасибо большое. Спасибо этому клубу, Райку, вообще. Вам огромное спасибо, что вы пришли. Очень приятно. У меня небольшой, хотел сделать маленький анонс, просто, может быть, если вдруг кто не знает, тут есть два впереди у нас связанных с нами события, очень